Твоя, да, квартира? Да, моя квартира. Супер, супер. Такое ощущение, как будто я здесь был, что ли? Ну, в Талдоке у квартир планировка одинаковая. А, ясно. Туда, ко мне в спальню. Ну, давай. Проходи. Это что, спальня у тебя? Да, спальня моя. Салам алейкум. Привет, красотка. Это кто? Села быстро. Дети уроды. Какие уроды? Слышь ты, Оля, или как там тебя? Ты лучше говори, как есть все. А то мы тебе саму сейчас туда привяжем. Хорошо, хорошо, я скажу. Они должны прийти скоро. Я не знаю точно, но вроде бы сейчас должны уже подойти. Можно я дам один шополак? Нейджел, у нас в Казахстане девушек не бьют. Сейчас этих двух здоровяков поймаем, будешь бить от души. А, не-не, их не надо. Да? Слышь ты, сиди ровно, поняла? Жестче, жестче его там держите. Дерганный, б***ь. Ну, теперь давайте. Все. Дальше сами там. Все, все, все. Ахмед, брат. Давай. О, Нейджел. Ну что? Ты прям понял, как работает казахстанская полиция? Ну, если честно, я даже не думал, как работает ваша полиция. Вы настоящие профессионалы. У нас бы просто застрелить и все. Не-не, ты че? У нас в Казахстане просто нельзя застрелить. Застрелил, сразу посадят. Ну почему? Это же преступник. У нас законы такие. У нас стрелять нельзя. Застрелил, сразу посадят. Максимум, что возможно, это шапалак. Короче, будь начеку. Это Талдык, детка. Все, Нейджел, давай, удачи тебе. О, хорошо. Как говорится у вас, Рахмет. Будете у нас в Лондон, обязательно мне позвоните. Лондон? Ты нашу зарплату знаешь? С нашей зарплатой максимум, что мы можем, и то, если накопить, позвонить. Все. Давай там в Лондоне нашим бывшим чиновникам салам загоняй. Хорошо. Давай. Давай, Нейджел. Да. Пойдем же. Все, кеттік па? Че, может эту хату дальше? Посуточно зададим? Нахрена? Ну, деньги поднимем. Блин, Мур, ты редко ересь какую-то говоришь, деньги. Пойдем, там, все. Донер, хавчик, обед, мобед. Все, все, пойдем здесь убраться и все, все сваливаем.